АГС есть? АГС на пулемет заменил. Ищу уже лодку. И она стреляет. Спасибо, Кэп. Как трассера красиво летят. Почему она стреляет, вообще не понятно. Значит, она где-то, где-то там высадку сделала. Да, вижу, бегут. Где там, да? Домик двухэтажный сейчас. Угу. Вон трассер, видишь? Да-да. Вон там они сейчас. Поиграно.
все? Ну, не получилось. Ну, ты там корячился в камнях. Да я думал, я застрелиться думал. Ты меня это снял, там шальную эту хрень. Какой? Так там дотус заливал. С пулеметом. А, дотус там заливал. А? Я, наверное. А, да, я... убийца неизвестно, убийство один РСГ по данной статистике. Не, ну тут нормально, там видел, как я эвакуировался? Угу. Сходу на лодочке. Ну я думаю, вот этот вариант более был бодрый, чем предыдущий, да. С випом. С випом я там поковырял на самом-то деле там. Ты я випа закрыл. Зачем только одну лодку сделали в этой миссии, а? А, так ты все-таки за атаку зашел? Мы просто думали, что ты все-таки за оборону зайдешь. Я зашел за вообще на сервер, смотрю на атаке, одно место свободное, открыто, ну, да. А на обороне все закрыто. Нет, на обороне были слухи. Здоник зашел в арму 3. Где? Здоник? Зашел в арму 3. Ага, ну фиг знает. Не, ну можно резиновой удочкой добавить еще. Они медленные будут, что ужас. Ну там несколько рядом поставить, да, можно, а так. Там ну вот для хаттаба специально добавить, да. Медленно, хоть что-нибудь. Мы думали подождать, типа. Но потом я думаю, я не знаю, он вроде за оборону пошел. Мы поехали. То есть я сам себя пойти убил. А, ты эту лодочку, да, здесь убрал, которую тут стоит с краешка. Так она улетает в небо. Да? Она просто на них не видела. Ну, у обороны там еще эти моторные лодочки есть. Они, кстати, такие быстрые тоже. Я их в одну из миссий поставил в скат. Можно ее добавить, в принципе. Хотя она, конечно, не по этому, не по сюжету. Ну, да. Да тут там сидит, наяривается этой штуковины с полтоса. Ну. Что, еще одну такую же добавлять без нет, вооружения, это уже перебор. Да. Я, кстати, не понял, откуда по мне стреляет, я залазил, там говорят, типа, кто-то в камнях. Я говорю, ну это я, типа, шарик. Можно, конечно, попробовать найти бисовского, посмотреть, распаковать. Может, можно скрыть турели? Не знаю, возможно. Можно их просто отключить от стрелков, либо выключить просто это амму им, да и все. Как я делал, просто вырубал им боеприпасы, все. То есть они есть, ну, но это да. Стрелять им не могут. Я имею в виду вообще места убрать эти. А. Блять, я думал фонари стрелять, типа по фонарям стрелять, но что-то передумал резко. Ну и выключили они уличные фонари, а внутри как они будут их выключать, это надо заходить. Ну да, ну так хотя бы не зафиналик. Его фото. Он же там только видит. Оп, минус дверь. А как он? Думал, Гонза его прострелил сквозь окошко. Нет, он живой. В плане, он меня как-то отображает. Вон он, видишь, он меня... Его прострелил. Ой, Гонза гранату поймал, что ли? Походу. Да, Гонза гранату поймал. Спитер там чертяк, что он там делает, что, покажет, что ли? Я кого-то убил. Спитер со своей снайперкой там сидит в шоке. И что делает? Да, я слышу, как он стрелял. Он попытается что-то сделать, но я не знаю, там запуска поливает. А вообще летело, когда вот вы высадились, вот к зданию подбегали, по-моему, попадало вообще? Не знаю, я... Я не в... Там с пулемета стрелял, не в опергруппе. Я не в опергруппе был, поэтому... Голова. Да и ты тоже молодец. Да, я нормально вылез. Да вообще молодец. Что-то у деревьев не выключил моделирование. Оно выключено у них? Нет. В плане. У меня оно выключено в миссии. Я-то распаковал сейчас миссию сегодня. После распаковывания, ты сам слышишь, если ты распаковываешь миссию, если она в балахе, по футболохе, допустим, или что-нибудь еще по-другому, я запускаю офигенную фигню в армии. Я когда меняется сидел, состояние? Меняется состояние, да, и во-вторых, меняется погода. Я сетевушника миссию в аэропорт скидывал. Помнишь же, там у меня такой легенький туман был, то есть там видимость была. После того, как они играли, там туман был 1-2 метра видимость максимум. И БТР у них под землю еще уходит, иногда техника под землю уходит после вот этой вот фигни. Не знаю, а попробуй не забинаривать миссию. А, бинаризацию файла вот эту. Да, она может портить. Ну вот она у меня просто на всех включена стоит, и я подозреваю, что из-за этого. Потому что я такой в первый раз замечаю. Ну, у меня вот такое было у них. То есть у меня вот эти все отключены, потому что я когда высаживал еще не донить, типа, надо подключать, потому что лагалово будет. Я там еще миссию там тыкал, там вообще подключал до всех объектов моделирования. Спитер там будет так сидеть? Наверное. Потом скажет, ну, не дамажит. Да-да. Или кривая.
Алекс решил вообще пойти в жескачу. Ну а что, терять-то нечего. Ну, Алекса хулу просто, наверное, видит. Жалко, вот этой башенки прожектора не включается, они не вертеть нельзя. Вот на этой железной можно было вообще там вертеть. Ну, что, полили? Сверху. Четыре к трем. На, пять к четырем. Пять к трем даже. Пока еще держится. Это я чисто жопу чую, то что один сидит в этом... В камнях? Один в камнях? Не, мне инфа пришла, то что в камнях сидит. Я так и знал, то что на крыше выйдет парень, пока я буду подходить к камням. Да что в этом, в ангаре вот этом. Залагал. Кто вы? Сидит парень. Нет, кто там? Кто там сверху был? Один сквозь текстуру просто. Казбат, да, он спустился вниз. Я также спускался в многоэтажках, когда меня бы сознанку кидали. Я падал почти в рэгдолл. И падал вниз, короче, и многоэтажку пролетал. Угу. Зато живой. Хотя автомат он с тысячи, на противника ищет на крыше, ты уже... А это нормально? Он, ну, типа, пеха не увидел. Ну, нормально, давай спрятался. Все, Казбат минус, еще зверь остался. Так, кого-то из них одного убит, и победа отдать. Кстати, на самом-то деле сложно стрелять на ходу. С этой лодки. Мы разогнали лодку, да тут эта самая лодка сама плыла, и я за тузом стрелял вот этой штукой. Лол. Вайку спасает. Кусты вообще, да. Стрельнул один раз, типа. Ой, а вы все? Что-то да. Я вообще не видел его, я ведь забыл этот ПНВ. Ну, я себе ПНВ-ху просто настроил, а она... А, они без ПНВ тебя видели. Да я под лампочку встал, конечно. Ну, а тут из-под права этот... Выйдет, убийца. Я там еле, кстати, выплыл, там эти камни я накидал так, что ты фиг выйдешь. Они накиданы? Ну, они накиданы, это их тут нету в реале. Да, их тут нет. Здесь только есть маленькие камешки, а домик вот этот с тряпками, тряпок тоже нет. Да. Тряпок тоже, не тряпок. И нет. Деревянные заборы с дорожками. Какие деревянные? Не заборы, а эти столбы. А, да. И вот это беседка. Тут вообще пустая местность была. Я же говорю, надо... Антон, лови гранату. Надо менять... Проектировщиком будешь. Пойду на дизайнер. Либо архитект. Зверь такой. Закрылся. Зачем? Не надо. Кстати, там ангар должно было пробить. Чё? Его куда ангар делся? Ангарчик завалился. Ну только что-то миссия не подъедет. А, и сразу сломался этот сарайчик. То есть, Паша, ты ВМТ не трогал или его тут нету? Ну, 0.1 там стоит соотношение. Ну фиг знает, как он считает, потому что должно, по идее, было выключить. Ну ладно. А, акула за третью сторону считает своего упора. Он за третью сторону считает по табу. Сейчас его убьют, по идее, всё, зависит. Бегите сюда. ГП-ха ушатал. Соживёт. Я вот там спит пытается, что ли? Да, там с такой дистанции. Всё, вот. Он там еще патрончика нету. Ну, спитер пристрелялся. Да. Звезги.